расскажу про такую функцию телефона, как авторегулировка громкости звонка. Как она работает? Когда на телефон поступает входящий вызов, и телефон начинает звонить, я беру его в руку, и звук телефона затихает. Чтобы включить эту функцию, заходим в настройки телефона, меню звук, ставим галочку на авторегулировку громкости звонка. И после этого, когда на телефон поступил вызов, и телефон начинает звонить, я его беру, и звук телефона сразу затихает. И это очень удобно, то что мне нужно вручную отключать звук телефона.